Дорогие друзья, у нас время вечер. Маша сейчас только что делала мороженое. И кувшин даже не помыла. Опять маленький. В целом, короче, что я делаю? Достала ящики. У меня некоторые освободились ящики в морозилке. Я их хочу ополоснуть. И сегодня курицу разрежу и уберу в этот уже ящик. Чтобы не знать, что здесь это то, что... Недавно я. Ванечка, иди отсюда, пожалуйста, не мешайся, ты шумишь. Он улетел. Хорошо. Маша, принеси, пожалуйста, аккуратно второй ящик. Ладно, я сама возьму, я сама, а то вы сейчас мне сломаете его. Второй ящик тоже буду сейчас мыть. Тут у меня всякое такое. Зелень, да что в этом ящике в основном лежала. Зелень, овощи. Некоторые просыпались, поэтому немножко замирался на базилике. Мясо пока достала. Сегодня доставали мясо, потому что хочу помыть его. Холодильник уже, морозильные ящики. Знаете, я рыбу дочу купила. Да, я знаю, что сейчас многие напишут, это мама купила, что-то купила. Ребят, у меня нет машины, чтобы мне на машине съездить и купить все продукты, какие мне надо. Вот нет у меня машины, я не могу купить поэтому. Что вот так все, ящики помыла. Сейчас хорошенько их вытру и уберу в холодильник. Так, мои хорошие, у меня время вечер. Муж мне разрезал вот так вот курицу. Тут и филе, и кусочки. Сейчас буду разбирать по пакетикам и убирать в морозилку. Так, снова всем здрасте. У нас очередная закупочка. Вот такая вот. Сейчас покажу в целом, что. Ну вот, сохранила, ребят, только один человек, по сути. Остальное не сохранила. Ну ладно, не по сути дела. Сегодня хотим делать шаурму, поэтому для нее много овощей взяли. В частности, лук купили. Катюша, на, убирай. 4 огурчика взяла. Будем шаурму делать. Огурцы у нас по 130 рублей за килограмм. Потом пекинскую капусту, одну вот такую вот взяла, Катюшина, убирай. И одну вот такую вот взяла, пекинскую капусту. Это мы сегодня будем нарезать. Дальше. Кать, так ты вот капусту пока здесь оставь, далеко не убирай ее. Крабовые палочки взяла, может быть, завтра, если все нормально будет, сделаем салатик крабовый. Дальше. 2 литра молока. Какое масло тебе надо? Дверки ему дай. Потом дальше. Для шаурмы мы решили шаурму сделать с колбасой или с курицей будем делать. И курицу добавим. И колбасу, и курицу, да? Разную будем. Короче, делать вот такую копченую взяла колбаску и вот такую вот оригинальную. Держи, Катюша. Для шаурмы также взяла вот такие вот лепешки оригинальные попробовать. Я ни разу такие не брала. И взяла вот такие вот три... Ой! Поднимите, пожалуйста, кто-нибудь, а? У меня мало рук, я не могу так. Короче, 3 вот таких вот армянских лаваша. Дальше сразу уберу, покажу. Подними, давай я их сразу покажу и уберем. Короче говоря, чтобы они не падали, детям взяла ручки. Вот такие вот ручки взяла. Егор черные, держи, это ему для экзаменов надо. И вот такие вот ручки взяла, убирай сразу. Пакетики взяла себе фасовочные, чтобы мясо фасовать, потому что я сейчас буду очень много покупать мяса разного, но сейчас еще увидите то, что куплю. Поэтому пакетики нужны. Дальше 3 куска масла. Катюша, в морозилку их. Дальше заходила на рынок. Так, сейчас подождите, достану семена. В первую очередь, давайте, наверное, знаете, что покажу. Вот такую вот пленку взяла. Это рука в полуторка идет ширина. И плотность 150. Короче, тут 15 метров. 1500 на пленку у меня ушло. Все. Муж не хотел ехать. Мы сами с Егором съездили, купили пленку. Дальше зашла, взяла у меня... Ванюша, тихо. Тихо, я сказала.
Да, взяла салат, витамины, вот такой вот еще один пакетик мне в том году понравился, он вкусный был. Потом зашла, взяла еще огурцы Кузя F1. Так, а что, Кузя у нас один пакетик? Я же просила два. Кураж, два пакетика, китайский один, и Герман F тоже два пакетика. Ну, тут видите, поскольку семянок, вообще мало. Катюша, положи это в пакетик, пожалуйста. Дальше, я на Валберес заказывала упаковку имбиря. Нам надолго хватит. Ну, Ильюша, потому что в Соликамск брал, поэтому быстро закончилось. И заказала килограмм чечевицы. Оно выходит дешевле, чем в магазине брать. Катюшенька, держи это. Дальше. Конфетки взяла деткам. Это вот такие вот. Это фикс прайс мы заходили. Потом еще вот такие вот конфетки мы там взяли. И вот такие вот конфетки пчелки. Три пачки, короче, конфеток пока нам хватит. Холодильник закрывай, не держи открытым. Дальше в фикс прайсе также взялась и вот эту вот соль. Мне она очень нравится и в супы, и везде добавлять. Именно 12 овощей беру, не 7, а 12 нравится. Дальше Егорки для выпускного взяли вот такие вот одни носочки. Егорушка, на сразу прибирай. Так, дальше для шаурмы взяла 4 помидорки. Вот это, Катюш, тоже убери, пожалуйста. В магните были по 99 рублей вот такие вот яблочки, сочные яблочки. Ну, вот они зеленые, вот такие небольшие. Я взяла, ребята, два пакета. Думаю, пускай будет по 99 рублей, недорого. Дальше взяла курицу. Сегодня уже была вот такая вот еще курочка. Я таких вот две курочки. Ой, не, вот Акашева две взяла. Да, почем курица? Меня просят, потому что цыпленок по 150 рублей курица. Две таких взяла и одну такую. То, что мне самой было тяжело тащить, я одна была. Егор, потому что уехал домой уже после этого. Дальше морковку корейскую взяла. Шаурму будем делать, еще раз напоминаю. У нас тут в магазине по 330 рублей купила свинину, ребята. Вот такие вот. У меня свинина вышла на 1400 рублей. Вот эти вот два. Или на 2400. Короче, что-то такое вышло. Ну, вот тут почти 5 килограмм. 1400, да. Вот такие вот. Почти 1500. Два куска. Сейчас сразу их разрежу, уберу, потому что уже тает. Дальше у нас в магазине я взяла вот такую сгущенку. Мне она понравилась. Тут раз брала густая, хорошая сгущенка. И заказала еще также кое-какие лекарства. Сейчас вам их покажу. Так, в аптеке взяла вот такие вот семена укропа. Они хорошо прорастают. Лучше, чем в магазине вот семена вы покупаете укропа. Поэтому я уже не первый раз беру. Мне очень нравится. Дальше взяла вот такие вот двое капелек в нос. Это Ринорус и Нафтизин. Ринорус 5%, Нафтизин 1%. Йод у нас дома закончился, купила. От кашля взяла бронхорус, чтобы был запас. Сироп солодки и пектусин. И вот такую вот аскорбинку. Оксана, тебе обязательно аскорбинку надо есть. Все. Вот такие вот в целом у меня сегодня, ребята, была закупка. Пишите, что думаете. Да, неудобно мне вручную все это таскать. Но я надеюсь, что закуплю все, что мне надо будет. Так, мои хорошие, сейчас буду разрезать курицу. И потом все ее перемывать будем обязательно. Сейчас сначала нарежу, потом помою, а потом уже в морозилку буду убирать. Мне вот эта вот Акашева нравится. Напишите, какая вам курица нравится. Сейчас разрежу на кусочки и будем обжаривать это для шаурмы еще. Я режу вот обычно вот на такие куски ножки. Плюс крылышки. Потом филе. И остальное все, суповая часть остается. И все. Как бы сильно не заморачиваюсь. И потом попозже еще свинину будем с вами разделывать тоже. Сейчас шкурку сниму. Шкурка у нас уйдет Тайсону. Все, разделываем курицу. Все, ребят, вот на такие, видите, части увидели, что я так ничего разрезала. Все, остальные курицы также разрезаю. И потом будем с вами часть филе куриного обжаривать и для шаурмы.
Так, все, мясо я убрала. Сейчас моя задача нарезать филе для шаурмы. Как я его буду резать? Вот так вот. Сначала на такие кусочки. А потом каждый кусочек еще я вот так вот буду делать и обжаривать вот такими полосками. Оно так вкуснее будет. Можно еще вот так вот нарезать. Тоже будет классно. Сейчас замаринуем ее немножко. Там у меня уже Маша с Катей нарезают колбаску для шаурмы. Мы домашнюю нарезаем. Мы домашнюю шаурму делаем, и колбаску ложим, и мяско ложим. Но только Оксане не ложим мяско, потому что Оксана с мяском шаурму не любит. А так остальные все едят и то, и то. Так что все, нарезаем. Так, все, мои хорошие, разрезала я. Сейчас будем с вами мариновать вот эту вот часть курицы. Что я хочу добавить? У меня где-то была приправа для курицы, что-то я ее найти не могу. Для моркови, для рыбы есть, для всякого есть, а для курицы найти не могу. Для сельди, кориандр, ваниль, для рыбы, черри, желатин, карри. Для курицы вот. Вот нашла для курицы приправу. Сейчас замаринуем. Так. Сейчас еще, знаете, что я добавлю? У меня есть. Ой, где же у меня? Вот такой вот есть универсальный маринад для, как бы, для шашлыка, да что? Я сейчас немножко его сюда тоже добавлю. Будет, мне кажется, очень вкусно. Много не буду его добавлять, а чисто чуть-чуть для вкуса. Так как у нас мяса тут немного. Плюс я еще добавлю сюда. Руки, конечно, обязательно мыть перед этим. Ах, не могу открыть. Хотела руку добавить, не могу открыть. Ладно. Соли еще немножко добавим, чтобы наша курочка была соленая. И сейчас оставим буквально на 15-20 минут, чтобы оно замариновалось. А потом будем с вами уже обжаривать. Все. Пусть мяско маринуется, а мы пойдем пока подготавливать другие ингредиенты для нашей шаурмы.